Еще один вопрос, который поднимался во время приема граждан, это новые возможности для развития туризма в городе. Историк-любитель Александр Назаров много изучал битву Тимура и Тохтамыша на реке Кондурче. Территории недалеко от Самары стали участниками исторического события. Мужчина уверен, можно провести тематические выставки, дискуссионные клубы и другие акции, которые будут интересны самарцам и гостям города, а также расскажут молодому поколению об истории родного края. Все согласны, что это было большое событие. Мы сегодня, я во всяком случае, пытаюсь обозначить историческое место этой битвы, вообще в мировой истории, становление российского государства, ну и, собственно говоря, как важная эпоха золотоордынского периода в истории Российской империи и вообще российского государства.